Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова, мы все с огромным уважением к ним относимся, к ней относимся. Хочу еще раз поздравить вас с недавним днем рождения, Валентина Владимировна. Считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции. Давайте не будем забывать, мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки. При этом еще раз подчеркну, что в целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, как я уже говорил, а напротив доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти. Поэтому повторю, в случае принятия Федеральным собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о котором сейчас говорю, его обязательно нужно будет направить для оценки и официального заключения в Конституционный суд Российской Федерации.